Это тяжеловозы. Тяжеловозы, да. Ох ты, какой он мощный. Поэтому, да, поэтому он еще молодой. Он там сколько весит? 700. Под 800 килограмм. А вы его используете для чего? В данный момент пока для производства, воспроизводства. Жеребец? Да, да, да. Но есть у нас там полили стоит старший, который уже оприходовывает. А этот пока еще только... Только еще готовится быть папой. Ну, имею в виду, куда вы их будете? В дальнейшем, на продажу. На продажу. Есть сбыт? Да, есть сбыт. Интернет. Сейчас интернет выставили, позвонили, созвонили. А какие еще приехали. Породы там у вас всякие? Вон породы тяжеловозы, рысаки, скаковые. Вон орловский, угу. Тоже жеребец, воспроизводитель. Белый, да? Белый. Да, да, рысак. Каждой в основном будем переходить на тяжеловозов. Зачем? А, спрос. Тяжеловозы, да, а спрос. А для чего их используют? Для красоты тяжеловозы, или чтобы таскать? Тяжеловозы сейчас, как ни странно, все-таки мясное направление. Традиционное мясное направление здесь тоже есть. Подрастает на сочных кормах стадо бычков, а рядом, в свободном движении по всему хозяйственному двору, хрюшки разных мастей. Поражает, что среди этого железа и механизмов вольным строем бегают поросята вьетнамские, у которых пузо волочится по земле. Вот она смотрит на меня подозрительно, мама. У нее 11 таких малышей размером с ладошку. Конечно, она не подпустит, но я не... Так, кусаться не будешь? А почесать тебя можно? Можно? Можно. Слышь, и закрывает поросят, видишь, закрывает. Вон они, как котята там. Как котята, малышитки. Вот они. Вот тюку-тюку-тюку-тюку-тюку. Извините, я вас погоняю. Вы хорошие. Кажется, здесь уже все давно притерлись друг к другу. Рыжая кошка стала на довольствие к свинье, вместе с поросятами подпитываясь ее молоком. Ослики держатся несколько особняком. В поисках тени прячутся среди машин. Пони гуляют сами по себе. В этом доморощенном зоопарке люди и машины кажутся просто неким вторичным антуражем. Сколько здесь животных и птиц, не знает никто. Да и зачем? Вольная жизнь не любит счета и расчета. Они дружат между собой, животные? Да. Пока не было таких эксцессов, чтобы кто-то кого-то где-то гонял. Они свободно заходят туда. А собаки еще есть? Все-таки они командуют, нет? Собачки? Собачки у нас стоят на охране. Они ими руководят, я смотрю, нет? Нет. У нас вот сейчас в данный момент, как вам объяснить процедуру, же ребята сейчас выбьются, и сюда запустится тяжеловес Ромеш у нас. И он полностью, Ромеш, этот жеребец, полностью руководит всем стадом, пасет. Если отбивается какая-то стадо, он раз назад. Ага, то есть тут уже не по породе, а по... Иерархия. Как-то так. Лошадьми можно любоваться бесконечно. И никакая подиумная площадка не сравнится с этой естественной красотой и гармонией.